Ты кто такой, я спрашиваю? Ты зачем сюда припёрся? Ты чё буравишь, чувак? Ты что, решил мне поугрожать оружием? Нет, я сейчас позову подписчиков. Ого, сколько вас тут! Сколько же у вас собралось? Ребята, помогите мне одолеть эту армию. Для этого вы должны успеть поставить лайк за 3 секунды. Считаю. 1, 2, 3. Молодцы, кто поставил лайк. Ребятки, это у нас игра Tabs. Мы с вами продолжаем проходить угарную и эпическую кампанию под названием Армия Warfare. Это у нас уже второй ролик по этой кампании. И мы с вами продолжим здесь сражаться с врагами, у которых здесь есть разные виды оружия. Они очень крутые. А мы будем воевать за каких-то абориген, которые с битами, но также у нас могут быть копья и другие оружия древности. Ну что ж, давайте мы, наверное, нападем на врага. Попробуем просто копьями всех закидать. Вот просто, ребята, очень много копьев. Больше копьев, больше. На 69 юнитов мы сможем забросать врага своими копьями. Никто не сможет против нас противостоять. Надеюсь я. Я тоже, ребята, вселяюсь в одного чувака. Ай! Капец, какие они крутые. Мы не можем достать до врага. Они сдалека нас просто выкосили. Я в шоке. Так они еще отступают назад. То есть к ним вообще не приблизиться. Ясненько, вы очень крутые. В этот раз я решил поставить 49 юнитов. Спереди у нас аборигены со щитами. Между ними лучники, сзади берсерки, которые прыгают очень далеко. А также у нас есть вампиры, которые должны засосать врага. Высосать всю кровь. Надеюсь, что у нас все получится и мы сможем победить. Потому что если не выйдет, ну даже не знаю, что сюда ставить. Да начнется эпическая битва. Так, я, наверное, тоже вселяюсь быстро. В кого? В летучую мышь. Ребята, я летучая мышь, я летаю. О-о-о-о! Здесь летаем, нападаем. На кого напасть? Приземляйся, вот, с мелкой головой я тебя засосу. Ням-ням-ням-ням-ням. Другого сосу, всех пососал. Воу, я же вампир, я бессмертный, я ничего не боюсь. Да, чувак, почему ты на своего напал? Мы, конечно же, победили, это было смешно, но вы видели, как враги вообще растерялись? Мы сразу на них полетели. У одного вампира даже глаз как-то вырос, вы посмотрите. Я же не видел такого глаза у него. Это смешно. Отлично, мы с вами прошли уровень и теперь понимаем, что вампиры, они круто побеждают врага. На этот раз нам дается 1800 золота и вот какие противники. Они со своими пистолетами приперлись сюда. Ничего себе, вот подруга стоит, смотри, с большой ногой, с большим стволом. Типа ничего не боится. Мы понимаем, что вампирами мы можем их победить, но это очень легко, согласитесь. Давайте выберем какой-то другой способ, чтобы уничтожить врага. А что если мы поставим самураев? Они же как бы должны отбивать, ну там стрелы они отбивают, а вот как будет с пулями? А сзади мы поставим лучников, которые будут бить своими разрывными стрелами. Так, фейерверки, как раз скоро Новый год. Ребята, вы посмотрите на этого лучника. Блин, да он горбатый какой-то. Смотри, какая спина. Что с ним? Бедняга. Природа, конечно, его не пожалела. Самураи вроде бы нормально. Да начнется битва. Давай посмотрим, как самураи будут отбивать эти пули. Видишь, пули-то отлетают. Просто круто. Самураи, ну давайте. Отбивайте пули, а лучники должны выстрелить. Все, полетели заряды. Воу, прям куда попало, в руку, его развернуло, как он вообще стреляет, о, матрица какая-то, сейчас взорвется этот фейерверк, ну, взрывайся, почему не взрывается, бух, отлетел куда, ничего себе высота, вы посмотрите, этот смотрит вверх, ему страшно, пацаны, давайте работайте, мы должны уничтожить врага. А что тут уничтожать? У нас только лучники остались. Давайте, лучники, у них долгая зарядка у лучников, блин. Отлично, всех сняли, последний остался. Сока бежит, чувак. А, еще и подруга живая. На, взрыв пошел. Палят, палят, лучники, огонь. Нет, мы проиграли. Короче, самураи, ребята, не совсем рабочая тема оказалась. Они, конечно, отбивают пули, но не сильно. Есть другой персонаж, который может просто уклоняться. Это у нас дешевые такие вот художники. Я думаю, что надо вот сюда еще поставить чуваков, которые шариками стреляются. Потому что они же смогут как раз часто стрелять.
А что 50? Давай еще художника. Ну, поехали. Посмотрим, что с этого получится. Ребята, в атаку. На, вырубили. Ха-ха-ха. Круто. Мы, в принципе, всех вырубили. Двое осталось. А, подруга вот еще живая. Смотри, она тоже какая-то как босс. Она крепкая. Но, огонь по ней. Да что вы попасть-то не можете? Вы что творите? Наши там стреляют. Да не косые, ребята. Надо вселяться в кого-то. В кого я вселяюсь? Я вселяюсь и сразу убиваю. Вот, в пузырчатого чувака. Да что ж такое? Всех вырубили. Лучники, огонь. Да этот вообще рукожоп. Вы видели, как у него руки торчали? Ладно, все, я вас сейчас уничтожу. Можем мы просто поставить здесь мушкетеров. Они сдалека вырубят этих врагов. По крайней мере, я на это надеюсь. Но у них зарядка 10 секунд, ребята. Это очень долго, вот очень. Давай мы также возьмем, что, вампиров? Куда же нам без вампиров? Я так понял, что... Без вампиров никуда и... Ага, у нас денег мало. За сотню мы ставим чувака римлянина, который будет вообще танковать. Ну что ж, мушкетеры, мои подписчики, вы готовы уничтожить врага? Они такие, да, воблер, мы готовы, давай пошли воевать. Ну что ж, пусть наши вампиры орудуют, я сейчас вселюсь в чувачка, давай, давай, давай. Так, туда вдаль, огонь, попал, убил. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, у нас зарядка долгая. Ой-ой, блин, что происходит? Вижу, вижу цель. Сдалека навожусь. Огонь! Вырубили! Последний чувак с автоматом остался. Один на один. Ай-ай-ай-ай-ай, больно. Ай-ай-ай, зарядка 5 секунд. Нет! Да почему у него зарядки-то нету? Он вообще постоянно стреляет. Мы почти победили, ребята. Вот почти. Возможно, надо... А что? Одного давайте мы уберем, потому что он какой-то дорогой. Давайте еще поставлю парочку чуваков со щитами, чтобы они как раз стреляли и на себя отвлекали врага. Вселяюсь в снайпера. Надо быстро стрелять, вон они полетели. Огонь! Промазал, блин! 10 секунд зарядки или 11, сколько у нас? Пацаны, подходите, давайте, и мы подходим. Дело в том, что здесь в игре Tabs вообще точность почти нулевая. Здесь непонятно, куда летят пули. Но мы победили. Я один раз выстрелил и тот раз промазал. Но в прошлой битве, ребята, я попадал, если что. Смотри, идут такие крутые, ничего не боятся. Это же мои подписчики, которые ставят лайки и подписываются на канал Воблер. Молодцы. Давай дальше посмотрим, что у нас. Ого! Это самый опасный мост в мире. Такого я еще не видел. Чуваки с двумя эмочками. Да не крутые. А это что такое за подруги с флагами стоят в спине? Смотрите, что можно поставить. Катапульту, которая стреляет тыквой. Вот наши как начнут палить. А также можно спереди баллисту. Правда, я не знаю, какое надо расстояние для этой баллисты, чтобы выстрелить. Вот тут баллиста и катапульта. Можно сверху поставить снайперов. Мушкетеров. Правда, они могут упасть или они не будут падать. Я не знаю, не будут идти или не будут. Короче, ставим и смотрим. Я сам хочу с катапульты шмальнуть. Тыквенная катапульта. Вот, эй, катапульта, ты куда едешь? Так, вселяюсь. Вселился в катапульту. Вижу врага. Заряжай. Огонь! Пошла тыква. Куда она пошла? Я не знаю. Боу, как она попрыгала. Что это за тыква бешеная? Куда она прыгает? Так, вселяюсь, ребята, в баллисту. Потому что вижу, что-то катапульта, но не очень-то. Баллиста, огонь. Целимся через маленькую дырочку. Огонь! Но! Полетело что-то? Я не за баллисту, я за снайпера, за вот этого. Короче, мы попасть не можем. Огонь! Попал? Дело в том, что все перегородили. А ну, кыш отсюда! Давай я... Вижу цель, навожусь. Огонь! Заряд. Раньше баллиста сразу стреляла после нажатия. Сейчас надо время. На, всех разбил. Наши снайперы пошли вперед. Эти тоже не хотят идти. Да ну блин. Парнишку ранили. А, он живой. Никто не хочет идти. Да потому что враги, ребята, крутые. Они же с эмочками. Блин, это дурная штука. Это тыква. Надо, наверное, все-таки обычную катапульту взять. О, наши вырубили. Я, короче, вселяюсь сюда. Пацаны, пошли мы сами. А, я своего же убрал. Вот это я. Ой, блин. Взрывная тыква. Надо аккуратно. Куда она? Она что, обратно попрыгала? Да я отсюда могу врага вырубить.
Что-то не получается. Где вообще середина этого всего? А, вот середина. Давайте мы тут вблизи все уничтожим. А то я как-то сдалека поставил. Вот римляне пусть будут со щитами. Смотрите, спереди много их. Шаровой лучник. Или шаровый лучник. Короче, лучник, ребят, если что. Это все лучники. Вот они стоят, буду стрелять. Сзади также будут снайперы, тоже будут палить. Главное, чтобы они друг по другу не стреляли. Ну, еще кого-то надо поставить. Я бы катапульту реально сюда бы шмальнул. С катапульты было бы круто. Вот обычную. Вот здесь вот. Я на ней стану. Главное, чтобы меня не убили. Катапульта есть. Еще даже 500 денег у нас осталось. Что мы еще? Из сена пусть будут чуваки такие. Ну все, пацаны. Я готов. Вселяюсь в катапульту. Так, наши там что-то воюют. Всех вырубили. Но полетело. Промазал. Надо дальше. Они сейчас должны подходить. Что произошло? Один спрятался, ребята. За углом сидит. Но. Давай я полезу, посмотрю. Что тут происходит? Вот они. На, такие хитрожопые. Спрятались за колонной. И все. На. Одного вырубил. Блин, у нас может быть победа. Отхожу. Отхожу. 7 секунд зарядка. Но. Сзади щит мешает. Ай. Мы почти победили. И я сейчас сделаю берсерков. Они сюда просто влетают, залетают и врага уничтожают. Можно даже спереди чуть-чуть поставить со щитами, чтобы берсерки успели прыгнуть. То есть раз, два, по-моему, со щитами, или три. Ага, три много. И берсерки сюда запрыгнут, потому что каждый берсерк 250 стоит. Вот. Ребята, я же буду за берсерка, сейчас сразу в него вселяюсь. Прыжок! Летим! Драка, драка! На, драка от воблера! Деремся! Ой-ой-ой! Давай сюда, подруг руби! А, я все, я вырубился, я мертвый. Кого я? Ну, защит, наверное. Катапульта еще есть у нас. Я забыл, что катапульта еще есть. Я ее не убрал. Ладно. Огонь! Подругу. Нет, не попал по ней, зато мы ее напугали, она сама упала. Каким-то чудесным образом мы смогли здесь победить. Я вообще ничего не понял, что происходит. Но победа, ребята, за нами. Смотрите, они попадали. Боегузы несчастные. Надо было катапульту убрать. Она у нас много хп занимала. Итак, оказывается, нас окружили со всех сторон. То есть нам будут в спину стрелять. Как с одной стороны, так и с другой. Может быть, попробовать сначала завалить одну команду. А потом уже другую. То есть здесь команды одинаковые или все-таки разные? Они очень крутые. Им дается 5000 денег. Ладно, давай мы, как всегда, действуем по этому плану. Коль он в прошлый раз сработал, да, значит и здесь должен сработать. Идут щиты. Потом должны быть снайперы. Мушкеты. Один здесь, один здесь. Не знаю, конечно, они в какую сторону пойдут. Берсерки. Давайте, ребята, сколько вас тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но это же одна толпа, потом еще других надо вырубить. Ой, это будет непросто. Можно вампиров, сосунов сделать. Вампирчики наши. Вот, вампир 200. А вот интересно, в какую сторону полетят наши вампиры? Вот я не знаю. Надеюсь, что они сюда полетят. Если они в другую полетят, весь план наш обломается. А можно сюда, чтобы кто-то стрелял? На чем стрелять будем? Пусть катапульта бьет. Главное, чтобы те не стреляли в катапульту и не попали по нам. Вот. Ну, поехали. Короче, катапульту развалили. Катапульта бесполезная. Ее сразу вырубили. Давай много чуваков со щитами поставим. Отлично, 32 юнита. Я, ребята, вселюсь в летучую мышь. Я лечу! Сейчас сосать кровь буду. Приземляюсь, но... Да ну, приземляюсь. Вот-вот сзади чувака. Подругу сосу. Да не, я просто упал. Ладно, сосу чувака. Все, мы всех высосали. У меня отрыжка еще такая. Ну, в летучую мышь. Что без меня все будет происходить? Все, полетел. Нет! Ладно, я упал вниз. Давай посмотрим, что здесь за битва происходит. Наши сосуны все обломались. Но зато это у нас есть еще снайпер. Снайпер, не надо идти вперед. Дурачок, сейчас тебя завалят. Что ты делаешь? Вырубили. Почему этот не стрелял? Вот один спрятался за колонной с автоматом. Сака, смотри. Боится. Пацаны, забейте его. Столкните.
Это все Спарта! Просто жестко вырвали. А этот хитер, он сначала вроде бы первый шел, потом такой стал думать, не, я не пойду на врага, я лучше сзади стану. Этот куда хотел стрелять, своим в затылок, что ли? Вообще непонятно, что происходит, но мы победили, ребята. Этот толкнул и все. А, все-таки, наверное, пуля убила. Она, видишь, какая-то такая сквозная прошла через один щит, через второй щит, через третий щит. Убила врага. Нормально. Своих не трогает, врагов бьет. Просто замечательная пуля. Выжить 45 секунд. Защитить король. Короля защитить. О, ребята, на воблера короля будут нападать. Это ж король-фермер. Так, а что, со всех сторон? Ого. Что, реально так много врагов? С базукой? Ты кто такой с базукой? Реально он будет базукой стрелять. Я вижу снаряд в базуке. Ты чё? И как нам 45 секунд прожить? 8000 дается. Чтобы король выжил, значит, надо поставить тут, ребята, хилочку. Вот целители. Они будут хилить короля, потому что они выбирают самую сильную цель. Самая сильная — это король здесь. Значит, поставили. Также мы по бокам можем поставить ребят со щитами. Главное, чтобы те чуваки, которые будут с РПГ валить, их не уничтожили. Я думаю, мы проживем 45 секунд, это легкотня. Поэтому я даже уверен, что мы победим. Это, ну, легко. Наверное. Давай мы тут тоже по кругу ставим. Чтобы они как раз шли, они будут время тянуть. То есть самое главное, просто тянуть время и враг, чтобы нас не мог уничтожить. И давай тоже. Вампиры, куда же без вампиров, пусть они тут летят. Ну, чуваков гранатомета вы видели? Это очень опасно. Я даже не знаю, как эти гранатометы рубят, если что. Может быть, они вообще выносят все. Может, у них ядерный удар какой-то, взрывы тут с одного выстрела даже короля не будет. Ага, деньги закончились, а я решил вампира поставить. Ну чё? За кого я буду играть? За вампира, конечно. Зачем нам этот король, правильно? Полетели! Я мышка, я вовсе не король. Так, летим, выбираем цель. Да все нормально, ребята. Тут летаю, смотрю, что все хорошо получается. Вампиры всех вырубают. А вот! Вот вижу подругу! Сзади! Она на меня! Ну! Ну, давай! Сейчас нападу, сосу! Вырубил ее! Превращаюсь в летучую мышь, лечу дальше! Вот кто-то бегает с РПГ. Вот стоит. А не надо по нашим стрелять! Сейчас я тебя вырублю. На! Да блин, промазал. Ну, вселяйся. Ну, сосу. Сосу. Все, кровь у нее закончилась. Дальше лечу. Король, держись, его как раз хилят. Победа, ребята. Смог король воблер выжить. Кстати, к нему подходил гранатометчик. Еще чуть-чуть бы, и он мог выстрелить. А может быть, и стрелял он, я не знаю. Я пока там летал, но хилки точно спасли его. Я уверен. Победа! Вот теперь у нас новый король, чувак на танке. А также сзади сидит бешеный персонаж, которому в пятую точку греет мотор. Здесь же выхолодная труба где-то сзади. И он такой, дергается. А это что, заводит мотоцикл, что ли? На шпагат хочет сесть. Один вот уверенно сидит, говорит, я ничего не боюсь. Я вообще знаю, что воблер защитит. А подписчики поставлять 100 тысяч лайков. Выжить. Можно просто, ребята, сесть в танк и уехать. Зачем что-то тут выживать? Смотрите, давайте я ничего ставить не буду. Вот селяюсь в танк и уезжаю. Ну, поехали. Ой. Выстрелы, блин. Тыщ, танк взорвался. Не получилось на танке уехать. Да, эти чуваки с гранатометами очень крутые. Против гранатомета будет непросто справиться. Надо много вампиров. Вампиры наше все. Вот без вампира, мне кажется, эту кампанию вообще проходить практически невозможно. Потому что эти чуваки с гранатометами все уничтожают на своем пути. А также надо, наверное, все равно какую-то хилку поставить. Целитель. Один целитель, два целитель, три целитель, четыре целитель. И все. О, и пусть музычка будет, потому что без музыки никуда. Один из наших вампиров решил голову спрятать в туловище. Чувак, я знаю, что тебе страшно, мне тоже страшно, но выбора у нас нет. Мы должны защитить танк любой ценой, потому
Готовимся! Мыши! На счет три нападаем. Раз, два, три. Полетели! Так, кто-то отпал. Вот, где он? А, они раз стреляют и все. Лечу. Вот, упал. Но, приземляйся. Оу! Это в меня так выстрелили? Куда я полетел? Так, что с нашим танком? Его лечат. Уже не лечат. А почему мы не смогли справиться? Давайте, наверное, поставим ребят, художников, которые будут уклоняться. Даже вампиры не сработали, видите? То есть это непростая компания. Надо подготовиться, продумать стратегию. 20 раз проиграть, чтобы выбрать правильную тактику. Конечно, хилки нужны нам, но все равно они не смогут справиться хорошо. Но тут выстрелы идут. Я не знаю, как эти выстрелы вообще работают. Давай мы вот здесь вот ставим снайперов. Пусть они постреливают. И все равно я пару хилочек на всякий случай поставлю. Сколько можно поставить их за 500 золота? Ай, ты лишний. Целитель 180. Ну, хоть два целителя. И то-то лучше, чем ничего. И пусть вот один оруженосец. Танк там стреляет что-то. Ну, ребята, вперед. Вся надежда на вас. Художники. Да что-то художники не уклоняются. Смотрите, какая голова у этого художника. Они выживают? Они уклоняются, смотри. Ничего себе, вставай, дружище. Вперед в атаку. Художник против гранатомета. Как вы думаете, кто победит? Пишите в комментариях. Что бы вы выбрали? Художника? Или гранатометчика? Смотри, бах. Так нечестно, они вдвоем. Один, получается, гранатометчик промазал, а второй по лежачему художнику выстрелил. Стреляй, танк, стреляй! Стреляй, танк! Блин! Все, я могу ездить! Я могу ездить! Я просто уеду! Я уеду от вас, потому что я суперскоростной танк! Ха-ха-ха! Ха-ха! Вот победа! А за нами чуваки гонятся, смотри! Я же быстрее, потому что я на танке! Да, еще танк, который газотурбинный, то он вообще быстро ездит. Сколько там, 70 километров может час ехать. А они бегут со скоростью максимум 30. Круто, ребята, победа! И тут что у нас? Давайте посмотрим. О, конечно, миниган. Они решили босса вызвать. Они поняли, что проигрывают. И говорят, сейчас мы вызовем босса с миниганом. И воблеру покажем, кто здесь главный. У нас 800. Как я за 800 смогу убить врага? Там чувак с миниганом. Надо их убить, нам не надо выжить. Но это непросто. Может, мы копьями как-то попробуем забросать их? Но пока что мне ничего другого, ребята, в голову не пришло. Я в миниган буду кидать. На! Копье в миниган! Промазал! Ребята, извините, я старался. Ай! В живот. Живот, вот-вот и в живот. Давай в миниганщика. Но, копье. Первый раз я промазал. Второй раз тоже я промазал. Наказали меня. В голове тактика была просто великолепна. На практике что-то вообще не сработало. Ну, туда берсерк, наверное, нужен. Один. Не знаю, куда он допрыгнет. Посмотрим, что он с миниганщиком сделает. Огонь. Берсерка вырубили. А вот он прыгает, смотрите, как тряпка. Берсерк, давай. Чё ты? Он только прыгает туда-сюда. Он кузнечик какой-то. Ой, вот это я. Я тебя спасу. Нет, не спас. Хорошо, давайте сделаем по-другому. Давайте поставим снайпера. Я не знаю, с какого расстояния вообще бьют эти чуваки. Но сейчас посмотрим. Спереди можно за 50 поставить художника. Потому что больше ничего за 50 мы не сможем поставить. Я сразу, ребята, беру мушкетера. Огонь! Убил! Пацаны, отходим! Отходим! Что непонятно? Отходим! Они не поняли, что надо отходить. Миниганщик еле-еле идет. Он медленный. Огонь! Вырубил! Ну, отходи! Ну, блин, чувак, я один остался. Короче, вырубаю пистолетчика, потому что он на меня бежит. Каким-то быстрым шагом, мне страшно. Огонь! Отлично, а сзади уже вырублю чувака с миниганом. Он весь, ребята, в бронежилете. Он с тяжелым миниганом. Посмотрим, сколько выстрелов он выдержит. Огонь! Один выстрел пережил. Он что-то орет. Говорит, воблеры, иди!
Ко мне! Бейся вблизи! Я что, дурак вблизи биться? Я же снайпер! Второй выстрел пережил! Мне кажется, скоро карта закончится. Страшно, но деваться некуда. Надо проходить кампанию. Давай. Мне кажется, или он как-то быстро идет в голову? Я 3 раза попал или 4? Пошли вперед. Я вот так вот буду быстрее уходить от него. Передом, чем задом. Орет что-то там. Что ты как резанный орешь? На! Завалил его. Надо 5 выстрелов, да, походу? Вот он. Йооо! Уничтожил, ребята, врага. В легкую. Что же у нас дальше за уровень? Давайте посмотрим. Ой-ой-ой, что это такое за новая тактика? То есть спереди стоят подруги с флагами и с крутым оружием. И сзади. Это что у вас за новый прикол? Что вы задумали? Они тоже ума набрались теперь? Или в чем прикол? Я не смогу их сразу всех вырубить. 4000. Давайте просто берсерками нападем и вырубим их. Даже не буду с ними тут долго мудохаться. Берсерки такие бесстрашные, что они даже бронежилеты не носят. Смотрите, они вообще не носят футболки. Им жарко. У них есть борода, штаны и зимние сапоги. Да, пацаны. Ну, давай, 16 штук. Посмотрим, что с этого выйдет. Прыжок! Пошли, прыжок дальше. А прыжок через 10 секунд будет. Прыжок не работает. Короче, отцепляясь от берсерка, давайте смотреть, что тут получается. Эти чуваки назад отходят и к ним просто не приблизиться. Прыжок, пошел, красавчик, ты один. Ты сможешь, я в тебя верю. Нет, больше в тебя не верю. Ты бесполезен. Давай, берсерк. Твой брат почти допрыгнул. Да, в лицо ей дал. Бей, бей топориком, у него перезарядка. О-о-о. Ладно, не получилось. Давайте попробуем змеелучниками. Мы можем, ребята, поставить вампиров и вампирами их завалить, но мы не ищем легких путей, потому мы ставим 13 змеелучников. И, наверное, спереди одного чувака, вот у нас сотня осталось, который будет танковать. Ну что? Это у нас Артём Бесстрашный. Артёмку Бесстрашного сразу вырубили. Ну, змеелучники, огонь! Они не могут выстрелить. А, ну, стреляйте! Вот змея летит! Ужо! Они змей отбивают! Чего? У них электрическая защита от змей? Это что-то новое. Хорошо. Ставим снайперов. Не знаю, на каком расстоянии. Посмотрим, кто первый выстрелит. У нас снайперов много. 16 штук. Я вселяюсь в одного из них только с краю. Огонь! Блин! Они отбивают любые стрелы! У них способности, как у самураев, ребята. А эти, наоборот, вперед пошли. Смотри, рвутся такие. Мы убили задних, но нам надо убить передних теперь. Передних мы убить не можем. У меня идея. Мы поставим сюда спереди снайперов. Они пойдут на врага. Потом сзади будут идти еще берсерки, которые в будущем придут и прыгнут и уничтожат врага. Пошли. Они идут, и те идут. Все идут. Так. Сейчас эти начнут стрелять. Ай, они должны были отходить назад по моему плану. Но что-то мой план не сработал. Смотри, бегут такие, нападают и ничего не боятся. А теперь отступают. Да что у них за тактика такая? Кто они вообще такие? Ты что за читеры? Так нельзя. Надо вампиров, ребята. Без вампиров нам хана. Я понял. Где эта полоса? Поближе ко всем сразу делаем вампиров. И берсерков тоже. Чтобы берсерки могли дойти. Здесь берсерки. Потом можно, смотри, парочку поставить мушкетеров, чтобы они, если что, прикрыли сзади своими выстрелами. И 10 кровососов. Вампирчики. Вы готовы уничтожить врага? Они такие, да, воблер, мы готовы! Вы чего приуныли, мои дорогие вампиры? Пора сразиться с врагом, показать, кто здесь главный. Я готов уничтожить врага. Поехали! Берсерка вселяюсь. Ну, прыжок, берсерк! Короче, бросаю берсерка, буду наблюдать, чтобы вам показать эту битву. Давайте, ребята, вампирчики. Сейчас засосите эту подругу, все сожрали. Да, вот они приземляются. Но, сожрать! Да она против воблера воюет! Съесть ее, сломать автомат.
Давайте, кровососы воблера, подписчики, грызите этих девчонок. Давайте, просто толпой. Это что вообще, ребята, за многоножка какая-то? Они друг на друга попадали, как будто домино. Они чисто силой ее прижали. Смотрите, она такая: нет, я не выдержу, на меня сколько вампиров падает. Круто мы с вами сегодня повоевали, ребята, дошли до второй страницы. В следующем ролике мы продолжим, посмотрим, что здесь будут за уровни и с каким противником нам придется столкнуться. А с тобой был Воблер, оставайся на канале, обязательно подписывайся. Хо-хо-хо. Смотри другие ролики и смотри, что нас ждет в следующем видео. Это просто безумие. Скоро увидимся. Пока.